Общественный союз «Единая Европа. Общая память» ищет родственников тамбовчан, погибших в странах Европы в годы Второй мировой войны. По архивам советского военного мемориала в Польше и Германии ненайденными остаются родные 12 наших земляков. Все 12 человек погибли в последние месяцы войны, когда на территории Польши и Германии происходили ожесточенные бои. Захоронили солдат на территории двух мемориалов – в поселке Брилов на окраине Бранденбурга, Германия, и в Польше, в городе Ворцлав. Общественный союз «Единая Европа. Общая память» пытается собрать всю информацию по погибшим солдатам, чтобы передать ее в музей. Фамилии, должности и старый адрес жительства погибших вы можете найти на нашем сайте tvtambov.ru. Сообщить какую-либо информацию вы можете по телефону телекомпании 564648 или по телефону управления по связям с общественностью 79 21 95.